Заслуженный работник культуры России Эмма Ардырхаева награждена медалью «Во славу Осетии». Высокую государственную награду по поручению главы республики вручил министр культуры Эльбрус Кубалов. Эмме Татусултановне Ардырхаева исполнилось 80 лет. Трудовую деятельность она начала в 1960 году во Владикавказском колледже искусств имени Гергиева. С тех пор стены колледжа не покидала. Сейчас заведует отделением теории музыки. Десятки выпускников колледжа, с которыми Эмма Ардырхаева делилась знаниями, сегодня успешно выступают на различных сценах, в том числе мирового уровня.